это выдумка Мартиросян. Это Мартиросян распространяет эти... Он что только не несет. Я вот посмотрел Мартиросяна, да, он говорит, жаловался. Харламов работал на 1%, если бы он работал на 100%, если бы я работал на 2% по этой логике, я бы сдох. Потому что мы снимаем миллиард передач, я еще ни разу не опоздал ни на один мотор, ни на один. Кто придумал Мартиросян? Мартиросян распространяет слухи. Просто слухи. Мартиросян прекрасен, замечательный, но я думаю, что он работает тоже на 1%.